Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас в городе курорте Анапа. Сегодня на календаре у нас 5.04.2022 года. И посмотрите, какая красота! Ребят, мы находимся на самом диком дальнем пляже, куда возможно вообще выезжать на своем личном транспорте. Сюда летом ходит маршрутка Тартуга, которая называется. Но сейчас вот тут переметы, так сказать, проезд подсох, так засыпало его песочком. И я боюсь, чтобы обратно вообще вернуться. Ну, дай бог, все повезет. Вроде бы трактора здесь какие-то ездят, следы, по крайней мере, мы от них видим. И пойдем посмотрим, что там на море. Слушайте, море, походу, из-за лимана зеленое. Что-то я, походу, купаться не буду. Приехал пацан искупаться. Вот здесь вы видите, что завалены теневые навесы. Туда дальше у нас находится пляж, который называется Тартуга. Уже именно тот, который есть. Да, раньше приезжали машины. И давайте посмотрим, что здесь. Мне вчера поступили сообщения о том, что на пляжах, помимо мусора, выкинуло еще огромное количество нефти. Это действительно так. Можем с вами увидеть. Смотрите. Все руками боюсь. Хоть вот эти субстанции, это нефть. Мазут или как это можно назвать. Вот видите, он разваливается. Запах стоит очень стойкий мазута. Его очень много. Это катастрофа. Называется. Видите, в прошлый раз мы собирали, она такая более жидкая была. Сейчас она из-за погоды, то, что холодно, вот она вот такую субстанцию, видите, сбивается. А внутри жидкая. Вот, положу сейчас. Вот. Походу, или какая-то тяжелая нефть. Я не знаю, просто если есть те, кто разбирается в этом, подскажете в комментариях. Будет понятно. Сейчас, ну, я честно не знаю, как вообще собирать, утилизировать, куда эту нефть. Правильно, у нас есть экологи. Вот это вот все, что лежит, чтобы вы понимали, это все нефть, нефтяные пятна. Вон же руки уже себе попачкал. Вот все черненькие квадратики. Все здесь просто пипец сколько. Мне пишут, Юра говорит, ну это нормально. В смысле нормально? Говорят, ну, станкеров, по-моему, бывает, но надо штрафовать, находить. У нас вообще-то там года экологии идут, и считают, что нефть – это нормально, это как бы совершенно ненормальное явление. Это очень плохое явление, это очень хреново. Я причем поеду, думаю, на какой-нибудь пляж, который подальше от тех, по которым гуляли люди, чтобы, ну, вдруг тут мне повезет, все будет чисто. Смотрите, сколько я, ребята, это вот все. Ай, о, влез. Вы не представляете, как она воняет. Просто стоим, как будто, знаете, на пляже с соляркой. В общем, опять убили пляжи. Вот. Эти вот руки вытираю, маслянистые. Это просто огромное количество ее. И вот все, что вы видите, все усыпано нефтью. Вот эти вот. Ну, мусор, я даже мусор родной, наш любимый. А вот это все уже нефтяные крапления. То есть, ну, куда-то не сядь, вот они, видите? То есть их, может, как-то веником надо собирать. Но это пляжи. То есть мне заявляли о пляжах от речки Анапки, о том, что есть нефть. И вы представляете, сколько надо сил и усилий, чтобы собрать. Это сколько тонн мазута было выгружено на наши пляжи. Это прям очень плохая ситуация, которая нифига хорошего нам не принесет. И очень жалко вообще, что мы с вами наблюдаем такую картину. Наши пляжи просто убиваются. Блин, я теперь домой еще нефть принесу на ногах, потому что здесь, вот смотрите, мы вроде там отошли, в шторм выкидывал, а вот оно. Все вот это мелкие вкрапления, это тоже вот свежие волны, да? То есть это все тоже вот она. Мазут, тяжелая нефть. Я, ну, могу ошибаться, как это правильно называется, но жесть полнейшая. И запах такой. Прям жуткий. Я хочу показать вот уже гибель птиц. То есть вы можете увидеть, что у нее тоже как раз таки черненьким перышки. Вот. Вот это прям хорошо видно, да? Что это? И просто вот он, весь берег усыпан. Полностью весь берег. Пена была грязная. Вот у нас на море пена, понимаете, у нас песок везде. И пена, вот смотрите, какого цвета. И она, короче, это не исчезает. То есть вот выходят волны и все. Я такого вообще никогда не видел. То есть вот в купе реально мертвая птица,
запах нефти на берегу полностью, очень много ее здесь валяется. Это какая-то просто жесть. И вот ты стоишь, как будто на какой-то свалке, зеленое море. Короче, мы купаться не будем, поехали мы отсюда, попробуем на другой пляж выбраться. В общем, море наше, походу, убили. Ждем от нашей власти анапской, что как-то отреагируют и сделают море чистым, уберут берег, они перепахают, как в прошлый раз. Василий Швец, у вас есть шанс, когда все пандемии сняли, организовать уборку пляжа. Попробуем на пляж Можепсин выехать, посмотрим, что там. Здесь мне конкретно не понравилось ни вода, ни пляж. То есть, может быть, там будет получше. От нас Можепсин находится примерно, наверное, в 5 километрах в сторону Анапы. Ну, хотя о нефти в том районе тоже заявляли. Но буду надеяться, что не так много. Потому что течение, которое идет, оно к берегу пристает вот где-то в этом районе. Вода зеленая, конечно, из-за лимана пока. Будем надеяться, что в дальнейшем она почистится. Лиман все равно мы видим, что уровень уже упал очень сильно. И в любом случае закончится его вхождение, так сказать, в море. Так. Попытка номер два. Сейчас попробуем на речке Можепсин дойти до моря. Посмотрим, какое здесь сейчас оно. Это очень важно, потому что ну, хочется все-таки окунуться. Мы в 5 километрах примерно от той точки, в которой были там. И надеюсь, что здесь получится. Речка Можепсин как минимум чистая. В ней купаться можно. Так, к большому сожалению, здесь тоже весь берег в нефти. Вот видите, валяются такие вот палочки. Послушайте. Next Juice Boy. Целый пакет. Что-то такое. Хе. Какая-то смесь, короче, белого цвета. Слушайте, я не знаю, кокаину. Бак дат. Полный пакет, то есть даже не посочный. Смотрите, что происходит. Вот. Нефтян по всему берегу. Точно так же. Там чайка мертвая лежала. Самое интересное, что вот бегают собаки, и они не едят птиц, которые валяются. Меня это больше всего пугает. То есть вот тоже, видите, перья все с черным. То есть экокатастрофа, вот тоже перья. То есть очень много птиц погибло. Куда не пойдешь, то есть вот они везде валяются. То есть мы наклоняемся и смотрим, вот она, нефть. Вот она нефть, вот она нефть, вот она, видите, докуда волны доходили, она легкая для воды, я так понимаю, соединение, ее выкидывает, вот тоже мертвая птица, вот, пожалуйста, тоже нефть, 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 просто пытаюсь посмотреть, вот докуда волны выходили, то есть вот тоже, видите, машина проезжала здесь, она уже это все перемешивает, все так же это нефть с диким запахом, нефтепродуктов, как бензин воняет. То же самое, что здесь. Я вот до таких вот мест шел, потому что здесь самый сильный выход волны был. И действительно, здесь, видите, тоже все в нефти. Вот они куски крупные. Вот это все поменьше куски. Вот все черненькие лежат. Короче, вот такая вот экологическая катастрофа, ребят, у нас на берегах происходит сейчас. Выехал во вторую точку. Во второй точке, то есть это все нефть, ребят. Вот мы наклоняемся. Все, вот кусочки нефти. Ну, я честно, я говорю, нефть, это может быть какой-то мазут, там еще что-то. Но в каких он количествах попал к нам на пляж, кто за это будет отвечать, это самый большой вопрос, потому что вон, лампочки валяются. То есть, вот вы можете увидеть, что вот все черненькое, вот это вот все нефть. Ну, на первый взгляд, там даже не скажешь, люди приходят, потом домой начинают отмываться. То есть, вот эта дальняя волна, которая выходила, а здесь были еще волны, то есть, смотрите, вот. То же самое, то есть, ну, картина, любой кусочек берем, все нефть. Радует, что здесь море не такое зеленое, как мы были только что на диком пляже Витязева. Тоже, видите, ну, наклоняешься, везде это нефть. Все нефть. Я не знаю, с чего взяться, короче, все грязное. То есть, это мазут, нефть. В общем, ищем экспертов, которые смогут нам подсказать, что это конкретно. Очень обидно, очень жалко наше море, но вода здесь вроде бы чистая. То есть можно попробовать занырнуть, проверить, буду я грязный от нефти. Так вот, пытаюсь отмыть песок руками. Сейчас узнаю температуру воды. Не отмывается. Все, все руки в нефти.
температура воздуха показывает 12,2. В общем, вот такая вот беда. Я думаю, что это катастрофа экологическая. Выкинуто мусор. Но мусора не так много, его убрать не проблема. Проблема, конечно, заключается в нефти. Температура водицы у нас плюс 10 градусов, ребят. Делайте репосты, это, честно, очень важно, чтобы поднять шум, чтобы вышли на уборку наших пляжей, все наши службы. Я сам готов участвовать, но надо, чтобы администрация организовала это, потому что вывоз нефти обязательно. Убирать ее можно веничком каким-то смахивать, да? То есть какие-то такие варианты, конечно. И очень плохо, что мы вообще дожили до того, что такие вещи в нашей жизни происходят. Мы можем прийти на море и обнаружить огромные выбросы по всей береговой полосе нефтяных продуктов. Это очень больно, это очень плохо. Для меня это просто кошмар. Я очень сильно люблю море, для меня это просто магнит. Я сейчас стою с руками в нефти, которые очень воняют. И поверьте мне, это очень неприятно, что такие вещи вообще происходят в нашей жизни. Нажмите на кнопочку репоста, поделитесь, попросите своих близких отреагировать, чтобы они зашли и тоже поделились, чтобы как можно больше было резонанса данного ролика. Это все очень тяжело, это все очень плохо, но гораздо тяжелее и больнее, когда ты идешь по морю, находишь вот эти вот все вкрапления, да, это все вот лежит нефть. Ее можно веничком, главное, чтобы не перепахали. Мертвые птицы валяются, это тоже ни в какие ворота не лезет. Очень печальное событие. Всем спасибо за внимание, извините, что с такой больной темой. Немножко море, чтобы расслабиться. Всем пока-пока.